Это дерево, на котором сидит обезьяна, которую я только что показывала. Так вот, из этих плодов получают пальмовое масло. А вот эти пальмы. Вот так они растут. Но это не местные пальмы, их привезли сюда из Африки, потому что мексиканцы и белизцы тоже хотят зарабатывать деньги на пальмовом масле. Здесь работают археологи. Вот как выглядит фрукт. Местные обезьяны, он, наверное, не нравится, поэтому они еще не съели. Огромная пирамида. В этой нашли скелеты людей и скелет какой-то огромной птицы, которой больше не существует здесь. Так, а мы будем обходить ее и смотреть с обратной стороны. С обратной стороны заросли.